11 числа. Добрались до Тереби. Сейчас будем искать себе место под палатку на ночь. Дорогу вполне себе. Судя по овальной этой форме, здесь стояла палатка. Народ, живем в горах. Там недалеко. Вот такой подъезд есть. Да. Да, можно сделать палатку. Вверху, по идее, ничего не должно приехать. Машину возьмем. Ну да. Сейчас подгоним машину. Давай. Крутяк! Териберская кухня. Сегодня мы будем пробовать галина-бланк борщ по-украински. Вот. Чуть хотел. А, наш спонсор, теперь неофициальный. Это веселая кухня. Купили вот такой вот веселый половник, потому что маленькой ложечкой класть не очень удобно суп. Так что теперь у нас веселая кухня. И будет веселая готовка. Вот так. Пока палатку не ставили, так выглядит наша веселая. Веселая кухня. И лагерь. Такая у нас веселая продвинутая экспедиция. Долго, закат уже вот уже на пороге. Прикольная локация. Пока у нас разведка. А чуть позже, возможно, мы сюда выдвинемся уже значок. Сегодня симпатичный закат. Жаль, что мало облачков. Непосредственно над горизонтом. Поэтому не так много сюжетов в такую картинку. Впервые за многое время въехали в регион солнышком, да еще и поснимали закат в первый же вечер. Супер. А там уже розовенькие облачки. Ползем ближе к базе.
опять порадовала шикарным светом и даже радугой. Чайки греются на солнышке. Ну, в общем, утро того же дня, 12-го. Короче, когда снимали восход. На нашей веселой кухне веселые пружинки. Очень веселые. А что мы покушали? Сегодня покушали суп куриный с вермишелью. Так, ничего так, съедобненький. А за окошко у нас такой прям... Тигуан. Такой тигуан. Такой вот офигенный тигуан. И вот такая не очень офигенная погода. Ну вот, но... Ну, всякое, я еще поснимаю. Вот Андрюх, что-то не те пружинки не затащил. Веселая кухня. Веселая. Пьем чай. Ждем вечерней съемки. Что еще делать-то? Жракин. А будет ли она эта съемка или нет? Кажется, пожуем, увидим. Вечерняя себяшка. Закат не предвидится. Но не сидеть же в палатке. Сидеть, конечно, но недолго. Поэтому и идем снимать то, что есть. С таким небом и освещением, какое есть. Андрюха там нашел пару интересных озер. Пойдем посмотрим. И быть может даже что-нибудь сфотографируем. Но это не точно. Несмотря на то, что света нет, как раз таки наоборот даже хорошо. Все не настолько ярко, не выбито солнцем, а мягким светом аккуратно подсвечено. Прям точка номер один. В случае хорошего утреннего света, перспективы утреннего света, я думаю, надо бежать сюда. Сейчас мы еще найдем те самые озера, посмотрим, что они себя представляют. Клевая локация, клевая осень. Как говорится, закат подкрался незаметно. Вспоминаем при Эльбрусе и понимаем, что все хорошо, все согласно расписанию, все как положено. Закат отменен. Дождь, пожалуйста. Ну ничего, а мы и в дождик поснимаем, не впервой. Красота же.
решили отправиться вглубь тундры, посмотреть, что тут и как, поскольку на берегу ловить особо нечего. Ну и там уже все видели, там мы были, там все знаем. Здесь вот такие вот красотулечки. Посмотрим, докуда дойдем. Отличное местечко. Андрюх сказал, что там он поставил бы себе башенку. Симпатично. Я помню, как мы снимали. Прохождение через лес на побережье Черного моря. Там, правда, были елочки. А сейчас мы пробираемся через березняк на побережье Батарейского озера. Ох, Мурманской области. Оп. Штатив хотели отнять. Понравился он им. Погодка терпима. Могу сказать, что супер, но в целом очень даже ничего. Ползем дальше. Не знаю, как называется это озеро, но я его буду называть черничным, потому что более вкусной черники я еще пока не ел. Все дальше ползем в сторону Долгой. Берег это уже за губой, за заливом. Одеться. Сейчас вылезем наверх. Посмотримся. Красотища. Красотятина. Красотюча. Очередной потрясающий вид. Пожалуй, он стоит того, чтобы его поснимать. Приступим. Погода нелетная. Тоже должен записать какую-нибудь видюшку. Но, правда, она может быть не такая эпичная, потому что из леса мы относительно выбрались. Но все равно, а то Андрюха пилит что-то, пилит видосы. А я все что-то иду да иду, ветки не дают идти, хватаю за штатив, говорит, оставь на штатив, он все равно сломанный. Я говорю, не, нормально, еще поработает. Голубого неба пока не видать. Ночь север. Зато виды-то какие, виды и подвиды, северные подвиды. Мы ловимся вон в том направлении, на перевал. Отсюда его не видно, он чуть правее. А вон там наш друг Андрюшка. Андрюшка, позолоченная кружка. И как обычно, мы ухи. Не могу ли поснимать. Очень уж нравится мне этот вид. Такой весь северный-северный. Осень в
тундре. Золотое время. Чудо-тундра. Как мы ходим перевалы? Можно спуститься через верх. Это наш принцип. Полезнее. Продолжал спускаться. Тища. Атмосферненько. Вид просто супер, но дождик сейчас не даст снять. Здесь также озерца, березки не выдерживают опоры, просто стелятся, а там как-то попроще. Я достану камеру, поснимаю. Уже точнее день, наверное. Пол 11, собираем лагерь.
Наш новый хит-трек Лорд Пневмослон. Грибочки. Сегодня нам больше так не показали. Погода вот такая вот, с таким вот небом. Хотя светить должно. Ладно, сейчас поедем в сторону Дальних Зеленцов. Посмотрим, что там с дорогой. Вот так выглядел наш лагерь. Покинуть Териберку, мы решили все-таки еще чуть-чуть поснимать на берегу. Океан штормит. Честно говоря, давно не видел таких волн. Серьезная такая заявка. Андрюк пошел на поиски яиц, что-то я его пока не вижу. Ладно, пока поснимаем, подождем. Что разреженным аккумулятором нас не остановить, и поэтому включил дождик. Все, покидаем Териберку и едем на разведку в населенный пункт под кодовым названием Печенька. Посмотрим дорогу. Очень мало шансов, что мы туда проедем. Посмотрим.